Опа! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Бравл Старс, друзья. Давненько не было у нас Браво. Не забудь поставить лайкосик. Тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И у нас тут вышло уже обновление. Блин, посмотри, как это сказочно. Посмотри, какой, как бы, снежинки у нас сзади там летают. И будет новая карта, ребята. Награда за поимку. Зимний отель. И посмотри на это. Да, сегодня мы посмотрим захват кристаллов. К сожалению, это тут у нас все, да, все старенькое, но зато здесь мы немного поиграем. Обновление вышло уже, погоди, когда оно вышло? Ну-ка, новости. Вторая звездная сила Амбер. Кстати, вот смотри-ка, обновление Сноутель Мистера Пи. Гаджеты Брока, ледяной боец. Блин, вот, на четвертый сезон мне как раз хватит гемов. Я накоплю, друзья. И как ты думаешь, стоит, не стоит его брать? 11-11. Ух, ну не совсем я уж опоздал. Новый хроматический боец Лу. Основная атака закидывает снежками в вафельных стаканчиках, которые оставляют снежную метку. Когда цель накопит достаточно снежных меток, она будет оглушена на одну секунду. Слушай, это круто, супер. Бросает холодный сироп, который создает скользкую поверхность на земле. Гаджет замораживает себя, становится неуязвимым, не может выполнять никаких действий в течение одной секунды. Ну это, блин, не знаю, Бул тот же самый. Подождет. Ну давай, когда ты разморозишься. Давай, разморозься, а потом притык. Пш! Зафигачит. Звездная сила. Враги в зоне действия супера постепенно замерзают. Новые скины. Король Лу, Портье Майк, Нани, Пайпер. Блин, 8 бит улучшения анимации лица, веселые каникулы. Блин, друзья, ну в принципе это круто. Как я знаю, создание карт, смотри, еще в процессе. Есть 4 различных. Слушай, это круто. Точно, здесь же что-то такое добавили. Смотри, уже скоро. Событие начинается через 2 дня, 16 часов. Играй на картах, созданных другими игроками, и голосуй за них. Мы сегодня, друзья, поиграем, между прочим, на картах от подписчиков. Поиграем обязательно, потому что давно этого не было. Сегодня же выйдет серия. Но сначала мы должны с тобой немного хотя бы поиграть. Итак, в магазине у нас бесплатный ящик. Забираем его оттуда. 44 монетки. Как приятно, друзья, офигеть. Понимаешь, в чем проблема? Игра для меня стала прям, ну, таким в плане... Так, награда за поимку. Ну, давай. Короче, погнали, друзья, чем мы будем трепать языком. Правильно, пора уже посмотреть, как бы, на это все интересно все-таки. Я уже докачал спайка до 660 кубков. Это для меня прогресс, хоть я и не стремлюсь. И смотри, на высоких кубках скрываются, блин... Ники специально так сделалось. Ну, это прикольно, мне нравится. Так, короче, давай ждем здесь. Ну-ка, потихонечку. Может даже мы сегодня затащим. Оп, аккуратно. Да, я отхожу, друзья. Понимаю. У Спайка, понимаешь, мало хп, поэтому... Да, вот такое вот бывает. Блин, это дурацкая тактика. Это самая дурацкая дерьмовая тактика с Нани. И, бо, как же я ее ненавижу, ребятки. Просто как же я ее ненавижу, правда. Это такое дерьмо. Дурацкая Нани, просто офигеть. Ну блин, все, мы просрали с тобой. Вот, короче, чемпионат был. И этой тактикой как раз меня-то и победили. Это просто жопа, это такая конкретная жопа, пацаны. Ладно, сейчас мы немножечко подождем. Пайпер, блин, ну Пайпер, к сожалению. Ну-ка. Надо их расфигачить, блин, этих говнюков. Блин, ну он сейчас... Ай, дурацкий, на, не офигеть. Катает, блин, нормальненько. 13 секунд у нас есть. Но я думаю, из этого ничего хорошего, конечно, не выйдет. Видишь. Ладно, не будем отчаиваться. Блин, прикольно то, что, смотри, кустики все стали
заснеженные такие. У нас в Воронеже наконец-то пошел снег сегодня, да? А 700-е, да? Ну ничего, ничего страшного, ребята, всякое бывает, блин, но это... По-крысиному, так как же это по-крысиному? Так, давай Джина возьмем. Не, ну раз это карта... Ах... Будем надеяться, что нам сейчас на небо... Прям вот-вот просто раз и попадутся в катки. Но в плане за нас. За нас, пожалуйста, за нас. Да нет, такого-то не бывает, естественно. Но Джин, кстати, очень неплохой. Он, по крайней мере, будет лечить с моей пассивочкой там. Так, тихо. Немного мы с тобой там приударим. Ох, Пайпер, Пайпер. Блин, Пайпер, а? Так, спокойненько, спокойненько. Ну-ка, солдаты, блин, соберитесь! Собаки, а? Не собираются же, не собираются, не хотят играть. Ребят, давайте, надо заиграть, надо заиграть, правда. О, красавчики, вот это я понимаю. Я, ну, а ты труп, засранцы. Так, неплохо, уже, вот-вот. Бомжи, господи, блэтовца-то не можем расфигачить. Вы чё, пацаны? Это же позор, блин, позоров. Ух, блин. Я их подхиливаю, если что, пацаны. Есть. Тихо. Спокойно. Так, этих тоже подхилим. Главное меня, чтоб не убили. Отлично, отлично, отлично. Цокаем. Цокаем, цокаем, цокаем. Как мышки, как крыски. Маленькие, хорошенькие крыски. Спокойно, меня главное не убейте. Сюля. Офигеть. Отлично, мы с тобой затащили. Против бомжа, блин, еще кого-то. Это капец. Да просто офигеть. Так, что, может, так сказать, еще раз за Спайка попробуем, а? Пацаны, как вы думаете? Ну давай, давай, была не была. Давай, быстренько сейчас катанем. Блин, посмотри, какой превью. Ну где же у нас-то Нани? Где Бо? Где они? Скоро Лу будет, который замораживает. Но это вы, конечно, жарили, блин. Немножечко так. Все, отступаем. Все плохо, вижу. Три звезды. Спайк дурацкий этот. Блин, вот прям под ульту, а, попался. Смотри, как нехорошо. Так, за Спайка все-таки надо мне как-то учиться. Все-таки учиться надо, блин. Слышь, не могу я. Так, Спайка мы притормозили того. Прячется засранец. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Короче, за Джина мне. Вот за Джина лучше поиграть. Блин, они нас просто раскочегарили. Посмотри на это. Но он прячется там, поэтому такая фигня и происходит. Ну и пацаны, ну мы слабачки, конечно. Смотри, что происходит, а. Про. И мне надо ник Про. Может, тогда действительно что-то удастся, а? Так, ладно. Да какой, блин? Ладно, ладно. Ну,
как получилось, так получилось, пацаны. В принципе, ничего страшного. Заработаем еще кубков. Давай, за джина. Давай. Мне вот джин сейчас в последнее время очень нравится, так что давай за него. Ох, металки. С нами бог. Блин, ну давайте, ребята, попробуем затащить. Тихо. Будем, если что, подлечивать его. О! О, как хорошо! О, пошло! О, пошло! Ля-ля-ля! Тополя. Неплохо. Вот, ты понимаешь, мы на расстоянии сейчас держимся. Так, как-нибудь туда, что ли? Блин, Пайпер, Пайпер, Пайпер. Шатали меня. Ох, блин. Давай, 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 прикроем их, прикроем, блин. Чтоб хп... Ну, давай, давай, ко мне. Вот Пайпер злая какая. Есть, есть, молодцы, молодцы. Не молодцы. Прям на нас бегут уже и... Ну, блин. У нас немного остается времени. Засранцы. Ладно, пацаны, ничего. Ну, блин, зимняя карта мне капец как понравилась, ребята. Такие катки, конечно. Следующая серия, друзья, выйдет уже скоро, и мы посмотрим карты от подписчиков. Мне очень интересно посмотреть, что же они там наклепали. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки.